Такого митинга «Статуя свободы» еще не видела. 500 евреев забрались на главный символ Америки и развернули транспаранты в поддержку Палестины. На их майках написано: «Евреи требуют, прекрати огонь сейчас». И не от нашего имени. А на транспарантах: «Мир наблюдает, свободу Палестине и перемирие немедленно». Это активисты движения «Еврейский голос за мир». Не так давно они устроили сидячую забастовку в здании Конгресса, а также перекрыли центральный вокзал в Манхэттене, что привело к задержке поездов. Своими действиями они требуют прекратить геноцид палестинского народа. Вот что написано в социальных сетях организации. 7 октября было убито более 10 тысяч палестинцев и 1400 израильтян, включая почти 4 тысячи палестинских детей. Израильские военные самолеты уничтожают целые районы и университеты Газы бомбами, сделанными в основном в США. После закрытия центрального вокзала мы захватили Статую Свободы с раввинами, чиновниками, знаменитостями, потомками переживших Холокост и детьми. Потому что мы не будем молчать, пока израильские военные ведут геноцидную войну от нашего имени. По итогам предыдущих акций полиция арестовала более 400 митингующих. Какие санкции последуют за этой попыткой докричаться до власть имущих, пока неизвестно.